Здорово, симпатяга. На микрофоне как никогда любимый, эй ты, как там тебя и что ты делаешь у меня в подписках? Сегодня у нас что? Экспериментальный формат. Почему экспериментальный, если я в сущности делаю все то же самое? Есть три лужи. Одна с кровью порченной, вторая с радиацией конченной, третья с зельем конченным еще большим. Какую лужу сядешь сам, в какую свою слизни штуку посадишь? А правильный ответ: возьму все три лужи, залью их в одну яму, а потом оно все загорится. И если у тебя в голове сейчас крутится вопрос, почему именно загорится, то, пожалуй, перед сюжетом стоит сделать небольшое лирическое отступление, поясняющее, что же вообще такое ноэта. Но если торопишься, то все тайм-коды в описании, а переведенные тексты в первом комменте. Итак, ноэта — это в первую очередь история о прогрессе, будто бы какой-то максимально поехавший слоистый пирог. Вот ты просто вошел в страшную пещеру, убил гуля, получил за это золотой самородок. После чего максимально нелепо умер. Проказливо пнул тележку на входе, она во время полета раскроила этому же гулю череп. И вот самородка у тебя уже два. Ведь при смерти в результате несчастного случая золото действительно выпадает в два раза больше. С перком в четыре. Почему? Будем считать, что боги собирают взятки, чтобы не упечь тебя в тюряшку. Даже монстры в этом королевстве имеют право на справедливость. Но то ведь был обычный гуль с единственной монетой в кармане. Что же до местных архидемонов, которые роняют уже по 5 по 6 самородков? С момента этого осознания как-то невольно начинаешь замечать, что больше ты не девочка-волшебница в загадочном путешествии в глубины, а скорее грузчик со сталелитейного завода 19 века, который своими могучими пинками вышибает доллары из врагов посредством сброса на них всякой всячины. С ужасом ты обнаружишь, что находимые артефакты бесполезны чуть более чем полностью. Если не использовать их в качестве метательных снарядов, конечно. Однако учти, что несмотря на всю силу волшебного пиделя, в подземелье не так просто выжить. Может, ты и крутой маг, но вот этот вот парень — полноценный пороховой волшебник, вышибающий, но при этом четверть твоего максимума здоровья. А еще абсолютно все здесь постоянно горит. Нефть, газ, доски, вон тот чувак, причем его в отличие от вышеперечисленного хотя бы возможно потушить. Земля, сам воздух и ты сам в реальной жизни медленно оплавляешься после очередной максимально нелепой гибели. Но это все лирика и геймплей, вплетенный в нарратив. Постепенно ты найдешь способ походить по всамделишной поверхности без потолка над головой. Там тебя обглодает милый червь. Найдешь какие-то ёба острова, спустишься обратно вниз и зальешь лаву водой, потусишь со странными грибочками и где-то в процессе найдешь на земле приинтересный свиток со всякой абракадаброй. К счастью, если постоять на месте, то текст соберется в нечто осмысленное и даже локализованное на русский язык. А еще этот свиток можно применить в качестве неломающегося метательного оружия, почти бесконечно удваивая себе золото. Ни на что не намекая, но ближайшие часов 30 тебе большего и не понадобится. Снова умереть, снова появиться, снова попробовать новенькое выпавшее заклинание и понять, что остаток забега пройдет замечательно. Опять этот кусок говна позашло. И раз уж у нас тут водный инструктаж, далеко за примерами ходить не будем. Те же самые шахты. На этом уровне у тебя в сущности есть два врага. Вот это вот ебка и собственная тупость. С отрицательным интеллектом все понятно, он и в реальной жизни тысячелетиями участвует в естественном отборе. А вот эта вот штука просто-напросто вместо крови имеет кислоту. Как следствие, даже убив ее, золото ты практически никогда не получишь. Ведь оно просто исчезнет раньше, чем концентрация почти мгновенно убивающей кислоты опустится до приемлемого уровня. Окунувшись в кислоту с головой, ты будешь получать приблизительно 5 сотен урона в секунду. Тут сам понимаешь, со стартовой сотни жить тебе эту самую секунду, если вообще успеешь нырнуть, а не испаришься на подлете. А еще эта дрянь неплохо плавит материалы. Например, потолок храма, после чего юный герой вместо прохода дальше и приятных бафов получает свой же посох туда, где тот находиться явно не должен. Ведь боги очень расстроятся таким наглым вмешательством в местную архитектуру. Круче только если сей милый шар самостоятельно умрет где-то над феромоном, призывающим червей. А они, спойлер, тоже с аппетитом грызут храмовые строения. И это сейчас совсем не теоретическая ситуация. О да, боги предпочитают пиздить непричастных. Такая жиза. В общем, удача, собственная тупость и милость неких богов, храмы которых так удачно расположены на всем протяжении твоего пути в глубины. И вот ты покоряешь первый уровень, узнаешь, что вода насмерть тушит местного босса-качалки, а горячий камень переводит кровную вражду в обычную борьбу. Сюда же добавляются различные комбинации заклинаний. Ну, когда ты все-таки вспомнишь, что эта игра про волшебницу, а не про запинывание гуля ящиками. А там уже и черная дыра, которая вызывает черную дыру, которая вызывает милого олененка.
который тут же взрывается. И прочие-прочие прелести свободного конструктора с постусловиями. А можно упороться как кожаное лицо, взять свою магическую палочку 5-го уровня, накрутить ей модификаторов на одновременное использование заклинаний, впаять сразу 6 бензопил, заполировать перком стеклянная пушка и либо годами собирать прибавки к здоровью в храмах, либо пилить и молиться. Ибо тем же самым будет заниматься абсолютно каждый враг в пределах видимости. Для тебя отныне не существует препятствий. Только вот эти гребаные кирпичи и еще пара десятков материалов. Ничто на свете не устоит дольше пары мгновений под бурением самого пространства времени. Кроме вот этих чуваков. Допускаю, что надели их больше, просто я других не нашел. Мне хлебальник разбили раньше. Ведь в конце концов игра просто зачтет тебя слишком дисбалансным элементом системы и... просто убьет, даже не указав причину смерти. Ну это ладно. Уверен, сборки на палочке ты сможешь найти где-то еще. И используешь что-то поадекватнее пропиливающего небеса Бура. А будет это тактический ядерный удар, дождь из червей или мейнстримный литиевый поток, не принципиально. Да, точно, сюжет. В этой игре он есть, кто бы не пытался доказать обратное. Правда, чтобы его узнать, надо одну ногу погрузить в безумие, а вторую тоже в безумие. И ехать на этом психоделическом паровозе, как вандал в той самой рекламе. Хочу предупредить, то, что я вам сейчас расскажу, скорее всего пропустят ваши нейроны через мясорубку, потому что умом эти загадки не понять. Итак, спойлеры начинают достигать критических отметок. За 2 часа ты прополз через минимум 7 биомов в глубину, преодолел километры расстояния, нашел какой-то гребаный глаз, дал его по сусалам, забрал соль и... даже выжил там, где не должен был, благодаря перку. Ты прошел игру и преисполнился. Тебе захотелось узнать, что за дерьмо в ней происходит, и вот ты здесь, так как на русской вики на данный момент не так уж много переведенной информации по теме. Для начала, вот карта подземелья, в которую ты все это время спускался. Вот твои любимые шахты, вот угольные пещеры, ледяные просторы, кабачок местных гномов, растительный пиздец и храмовый лабиринт. А вот... фактическая карта мира, причем даже не полностью актуальная на текущем патче. Смотри, не схлопнись, пока осознаешь масштабы и глубины соседней пещеры. При этом, если ты додумаешься пропилить стену мира, то выпадешь в параллельном, и на другой стороне будешь ждать почти точно такой же, но еще целый и неразграбленный мирок. Правда, увлекательно. Но на деле все это разнообразие — это полнейшая ерунда, созданная ради мочкинства и геймплея. Мы же постепенно переходим от процесса к истории происходящего. В данный момент нам нужно все-таки перейти через лавовое озеро на 1-м уровне, пройти через подвесной мост и набрести на вот это вот милое местечко. Уверен, за все это время ты уже успел найти хотя бы один из подобных алтарей, взял оттуда прибавку к здоровью и уже упомянутый непримечательный зеленый свиток со всякой зацензуренной похабщиной. Вероятнее всего, это был этот самый алтарь, и подозреваю, что больше ты сюда никогда не ходил. Ведь охранник этой пятерочки стреляет сразу на поражение без всяких предупреждений. Ну или ходил на зелье невидимости, которое начисто ломает триггер появления босса, смекаешь? Дам совет, воздушный глаз — это явно не тот враг, которого стоит пытаться одолеть в самом начале. Однажды я бросил в него омега черную дыру, а он в ответ сделал 6 точно таких же. Тут уже лег я, под могильный камень лег мой персонаж, планомерно начал ложиться весь игровой континуум. К счастью, рядом оказалась достаточно глубокая яма, и падение вывело мини-босса в зону отгрузки. Пару часов погуляв по подземельям, а затем все-таки вернувшись, я подождал, пока черная дыра завершит свое действие, и да, они все-таки сработали. В принципе, как сработает и любой другой снаряд, наносящий урон тебе самому. Ведь эта левитирующая штукенция копирует твой выстрел, но не копирует судорожные попытки увернуться от вращения очередной пилы. Но если кто спросит, то я тебе ничего не рассказывал. Так вот, таких алтарей существует несколько. 11 штук, если точнее. При этом на каждом лежит вот такая вот сферка с прибавкой к здоровью и новым заклинанием, которое вроде бы после нахождения добавляется в пул находимых в открытом мире. А также очередной свиток, что для большего погружения нужно взять с собой и протащить в правый нижний угол 4-го уровня центрального подземелья. Вот к этой милой наковальне. Бросай свиток прямо на нее и... ничего не произошло? Почему ничего не произошло? А потому что ты, мой юный прапорщик, решил тащить сразу все известные тебе свитки, а нужны только алтарные. И зачем только забивал инвентарь. В общем, задача ясна, теперь давай найдем все алтари и опишем основные опасности вокруг. Доберем недостающие свитки, а затем зачитаем получившееся сочинение. Если что, все нужные координаты ты сейчас видишь прямо на своем экране. А если присмотришься к комментам и описанию, то что-то, возможно, найдется и там. Если же ты еще и знаешь, как этой информацией воспользоваться, то дерзай и не убивай себе нервную систему так, как это делал я. Ну что же, начнем с самого начала.
Появившись, тебе нужно забраться на гору над тобой, а затем долететь с вот этой снежной горки на летающий остров. Настоятельно рекомендую зелье левитации. Любое бесконечное оружие с достаточно сильной отдачей, чтобы толкать тебе вверх. Либо пустой мешок и очень-очень много упорства, чтобы таскать песок с соседней локации. И говоря с высоты, так сказать, дописанного сценария, последний вариант наиболее каноничен. Извращаться разрешаю разными способами. Главное, не сходи с ума насовсем, еще успеется. И помни самое главное, никаких черных дыр в деле распиливания острова. Артефакт, к сожалению, этого не переживет. Да и остров нам еще понадобится. Отсюда, чтобы не делать долгий крюк, можно пройтись на восток и забраться на вершину пирамиды, благо это совсем безопасно. Еще пару минут дороги на восток, взбираешься по стене и находишь вот такой вот хрен пойми что. Пилится черными дырами и плазменным резаком, но поверь мне, без особой необходимости ты не хочешь брать то, что находится внутри. Обносите эти октаэдры вообще не очень здоровская идея, если у тебя заранее отсутствует план по переходу к эндгейм контенту. Откуда он у тебя возьмется, если ты даже не представляешь, что это за штука? Ну ладно, это лирическое отступление, и мы к нему еще вернемся. Еще один свиток лежит на самом дне нижней части пирамиды. И дно имеется в виду, это два размера пирамиды только под землей. Разрешаю пропиливать эту языческую богадельню прямо с вершины. Заодно с местным боссом на кулачках поборешься. Разве что будь немного осторожен. Переборщив с вертикальными черными дырами, можно не досчитаться причитающихся сокровищ. Сверлить лучше немного под углом и будучи готовым к различным неприятностям от местного криминалитета. Следующий свиток находится в корнях великого дерева. Чтобы добраться сюда, придется либо продемонстрировать знания волшебной физики для самых маленьких, сделав что-то с водой, либо пожертвовать частью здоровья, наплевав на недостаток кислорода. Но как же выбраться, спросишь ты? Тонуть тяжелее, чем всплывать. Видишь ли, мой маленький параноик, на попытку взять свиток к тебе приползет древесная служба спасения в лице червя и пробурит дорогу наружу. А если дыр получится слишком много, то к нему присоединится вертолетная команда. В общем, ты понял. Далее берем свиток перед лавовым озером, перебираемся на ту сторону и любыми способами игнорируем вызов на дуэль от летающего глаза. Без специализированного билда под конкретного босса оно того не стоит. Не знаю, можешь попробовать провалиться в другую сторону, ползти по потолку или просто спрыгнуть вниз. Разве что после прыжка постарайся взять максимально влево, чтобы достать до противоположной стены. Ведь еще один свиток находится прямо под лавовым озером, представляешь? И если у тебя есть чем пилить горную породу, то к нему можно пролезть с этой стороны. Разве что без заклинания всевидения приходится угадывать, где находятся конкретные выбоины. Ну и конечно, можно слегка упороться с бесконечными черными дырами, если повезет с перком. И пробираться сюда уже с другой стороны вообще. Когда-нибудь лавовый поток иссякнет, верно ведь? К этому моменту наш инвентарь будет полниться как минимум одной лишней табличкой, так что разрешаю оставить любую, кроме найденного алтаря. Теперь тебе нужно спрыгнуть вниз, а затем либо тривиально дойти, либо пробуриться до наковальни на базе этих смешнявых гномиков. Она всегда находится в правом нижнем углу в основном мире и всегда отсутствует в параллельных. Опять же, будь осторожен, некоторые копательные заклинания имеют свойство, скажем так, прокапывать эти уникальные легендарные штуки насквозь, да еще и вместе с комнатой. Ну что же, ненароком перейдем к главному. Если алтарный свиток бросить на наковальню, то на выходе получается каменная табличка, текст которой становится еще более психоделичен, чем был до этого. И это не просто слова, это подсказка-загадка, которую мы обязательно когда-нибудь решим. Например, когда соберем все остальные таблички. Например, когда прокопаемся отсюда направо и пропутешествуем в мир, полный глубоких песчаных каверн. Тут главное не переборщить с тем, чтобы идти вправо. А то сначала встретите гриб, который будет требовать не есть грибы, а затем и какого-то мега-гига-паукана. Для нашей цели будет достаточно добраться до коренной породы и идти вдоль нее, но осторожно. Ведь эта штука может и убить ненароком одним своим наличием. А дальше вас ждут тысячи точно таких же, как вы, волшебников, если не лучше, различные неведомые звери и прочие приятности. А под конец эта шелудивая табакерка умудрилась тащить свиток, а меня телепортировать куда подальше, представляешь? К списку фобий начинающего лоровена можете добавить магов-клептоманов. А дальше, хо-хо, лезем обратно. Вернемся сюда в новой игре плюс, а затем еще и еще раз, правильно ведь? Правильно, если не пользоваться магией координат и бесконечными рестартами. После того, как мы доберемся до базы гномов, нужно подняться на уровень вверх и по замерзшим глубинам идем максимально влево, а там вваливаемся в очередной волшебный храм. После прошлого путешествия местная концентрация волшебства покажется вам детской прогулкой, так что посмотрим на еще один октаэдр, облизнемся и идем искать алтарь приблизительно в левом нижнем углу локации. Дальнейшее зависит от твоих палочек, фобий и отношений к паукам. Потому что следующий алтарь находится в пещере, где обитают создания, на фоне которых знаменитая Шелла покажется миленькой домашней зверушкой. С другой стороны, ничего не мешает тебе самому стать наполовину пауком и залить этот арахна-бордель напалмом из-под потолка.
Если огня не хватает, можешь попробовать очень быстро бежать и отбрасывать этих восхитительных созданий чем-нибудь притягивающим. Или все так же сделай себе бесконечную палочку и все так же пили породу, там конкурентов нет. И да, алтарь, кстати, находится прямо на дне этого дурдома, так что еще есть время задуматься, а надо ли оно тебе вообще. К моему большому сожалению, постройка разового оптимального маршрута на этом моменте закончилась, так как я на полном ходу влетел в полиморфное зелье и был раздавлен камнем. Твоя полоска здоровья может превосходить большинство местных боссов, но овца все равно делает бе. Поэтому давай сделаем вид, что на спавне я чисто случайно нашел парочку не очень полезных палочек, полтора десятка перков на увеличение здоровья, а в самой пещере на первом уровне раздобыл вечно пылающий камень. И теперь наш путь лежит далеко на запад. Для начала через дерево, которое побеждается все той же левитацией. И вот мы в зимнем биоме. Как бы нужный свиток находится у нас прямо под ногами, но очень далеко под ногами. А мне, знаете, еще дорога моя психика, чтобы идти туда от самого верха. Соседнее убежище под навесным мостом еще куда не шло. Ну и то лишь сравнение. Сюда я пришел сильно позднее, просто знаю, что здесь ты не увидишь ничего нового в плане врагов. Защита от электричества и огня в комбинации с молнией все так же защищает всю металлическую часть локации, практически без твоего участия. Нам же нужна эта хижина. А точнее то, что находится глубоко под ней. И как бы мы сейчас здесь, а надо-то оказаться на самом дне? Как, последует логичный вопрос, просто выпари озеро. И это внезапно ни капли не шутка. А высота в 15 тысяч координат на самом деле просто цифра. Тут такое дело, есть три относительно простых пути оказаться внизу. Первый – это перк подводного дыхания. Выпадает в храмах с шансом примерно 1 к 35. Кубик бросается 7 раз на один мир. Даже при учете того, что через один из перков можно увеличить шанс до 1 к 27. Ребята, я забыл посчитать рероллы! И это не так часто, как тебе бы того хотелось, правда? А закон подлости выводит этот шанс в отрицательные величины. Иными словами, вероятность выпадения подводного дыхания крайне мала! И абсолютно любая альтернатива подводнику выглядит привлекательнее. Второй вариант – это подкопаться снизу, и для этого вообще-то нужно еще как-то оказаться внизу. Нет, ладно, с бесконечной черной дырой перед тобой уже не будет стоять вопроса на тему, как туда или туда попасть. Да и к необходимости раскопок мы еще вернемся. Третий же вариант, который нам сейчас доступен – это в идеале взять перк на сжигание газов, вот этот вот потрясающий камень, и залезть в лужу. К счастью, выпаривать абсолютно всю воду буквально не нужно. Достаточно просто прыгнуть в бездну, ведь с огненным камнем ты именно падаешь, а не тонешь. Однако в процессе падения ты заметишь, как у тебя начинает заканчиваться кислород. О боже, что же делать, спросишь ты, мы же сейчас задохнемся. Но просто нажми пробел. Пока окружающие частицы воды падают вниз, стремясь заполнить пустоты, а пар летит наверх, между ними всеми вполне найдется пара пикселей воздуха, и ты вполне сможешь отдышаться. Однако рекомендую все-таки прихватить с собой хоть что-нибудь, копающее горную породу. Мы ведь падаем сюда не просто так, и когда-нибудь дно будет достигнуто. Да и фишка с кислородом хорошо работает на длинных вертикальных отрезках, а на горизонтали можно и не добрать. Кстати, настоятельно не рекомендую тонуть по центру водоема. Не спрашивай почему. А если захочешь проверить, то заранее заботься револьвером. Или божественным светом императора, вот как я ради этой небольшой демонстрации. Вера мой щит, механодендрит и мой якорь, который тянет меня ко дну. И как всегда, будь аккуратен. Конечно, в теории озеро можно слить полностью. Но игра в твоем сейф-файле записывает не каждый пиксель в мире, а то, какое ты на этот пиксель оказал влияние. А озеро, сам понимаешь, большое и податливое. От простого спуска больших проблем не случится, но задаваться своей целью терраформировать водоем в лунный кратер все-таки не стоит. Но это я к чему. Самые прохаванные из вас вообще-то в курсе, что ни на какое дно нам не надо. Мы и так здесь и довольно давно. А в озеро нам не надо, потому что там находится не алтарь, а божественное благословение Севухи, которое превращает каждое твое заклинание в алкогольный потоп. А вот я об этом в процессе как-то запамятовал, но даже при этом добился неплохих успехов в своем начинании. Впрочем, воду все-таки придется налить обратно. А то рыбкам и твоему сохранению скоро станет очень грустно. Если отсюда продолжишь копать вниз, то спустя километры гор и лавового озера можно попасть в комнату с золотом. Вот так вот просто. Ты загибаешься за копейки, переплачиваешь налоги, голодаешь, а милая ведьмочка становится мультимиллионером за 40 минут неторопливого геймплея. Если повезет заклинаниями. Такая же сокровищница, кстати, есть и в диагонально противоположной части мира с поправкой на разницу высот. Там даже славой бороться не придется, богатство само прибудет в твои руки. В крайнем случае, можно попробовать выбить напиток Мидаса из магов в одном из храмов. Что делает эта штука, в принципе, видно на экране. Но сейчас-то нам не нужно это бредное низменное блестящее золото. Благословившись источником бесконечного бухлишка на все 150%, можно начинать прокапываться вправо. Выйдем как раз к дну этой самой зимней пещеры.
Прямо на входе будет находиться босс и некий алтарь. Но алтарь этот неправильный, да и босс не обязательный для сражения. Лучшим вариантом будет заманить его обратно в тоннель, а там показать его фокус гномского кудесника, мансуя на поворотах. Теперь остается только идти вправо до тех самых пор, пока не набредешь на алтарь нужный. Здесь в первую очередь бойся кислотную пайпинь и призрачных червей. Да и то как бойся, опасайся, что они вскопают алтарь. И конкретно в этой игре ты уже не раскроешь все секретики этого страшного темного места. В остальном контингентом локация не сильно отличается от убежища гномиков. А уж если тебе уже удается доходить до главного босса, то здешний плебс угрозы представлять не будет. С другой стороны, с алтарями наверху мы только что закончили. И следующая остановка будет, можно было бы назвать это место адом, но в самой этой игре оно адом не называется. А обозначать абсолютно любое лавовое подземелье на пиковой глубине местом последнего пристанища отказавшихся поститься душ, это как-то слишком по-католически, что ли. Впрочем, нахожу весьма ироничным, что место под лавовым морем, где обитают только демоны и экзистенциальный ужас, а чего-то называется работой. Действительно, а чего бы? Чтобы попасть сюда, тебе потребуется решить вопрос с пресловутой лавой. Если для этого дела не нашлось профильных заклинаний, то можешь попытаться по хардкору доплыть до дна. Учти только, что без защиты от огня такие прыжки чреваты гарантированно. Такое дело, периодически урон от каждого, ну пусть будет, проджектайла лавы составляет что-то около 18-20 единиц. При нырке, когда лава будет везде, цифра достигнет 260 единиц. И если урон от лавы еще можно худо-бедно перебить всякими бафами на регенерацию и астрономическим здоровьем, то огонь наносит самый что ни на есть процентный урон. 2% от твоей полоски, если быть точным, сжигая тебя заживо буквально за 1,5 минуты. Если ты еще и не подводник, то через пару секунд закончится кислород, и к тебе цифрам урона добавится еще 20 единичек в тик. Не так много, но не в мире, где возможность к самолечению весьма и весьма ограничена. К тому же, аналогичных показателей здоровья, как на экране, в обычной игре ты набьешь едва ли, только если тебе очень-очень повезет. Так что перед йоло-прыжком хотя бы заставь жидкость двигаться, пробросив перед собой пару снарядов, пожирающих материю. Тогда, соответственно, меньше пикселей будет тебя касаться, ты будешь падать, а не тонуть, к тому же дыша свежим альпийским воздухом. В принципе, можешь особо не скупиться, главное, чтобы хватило на пол. На работе все равно ожидают моды на бесконечные заряды для наших пожирателей материи. Не могу порекомендовать конкретные стратегии выживания на самом уровне. Смотри под ноги и стреляй, пока все не умрут, все почти как обычно. Разве что прихвати с собой чего-нибудь поубойнее и не с огненным уроном. А бы в кого лавовую кровь не заливают. Опять же, если кто спросит, то ты до всего этого догадался сам, а я ничего не говорил. Вдоль левой стеночки располагается наш любимый октаэдр, который мы опять не будем трогать. А вверху в центре нужный алтарь. Только будь внимателен и смотри под ноги. В какой-то момент на работе может пропасть пол, и тебе предстоит увлекательное падение вниз. Пока может быть, по дороге не встретится земля. Или краш игры, например. Пространство там внизу ограничивается только ресурсами твоего железа и ничем большим. А затем еще придется ползти вдоль стенки вверх до самого рассвета, проклиная упоротый левел дизайн. В общем, все записи собраны, и я тебе их сейчас зачитаю по порядку. Хотя нет, обманываю, не прочитаю. Ведь большого смысла в записках алхимической бригады, к сожалению, не нашлось. Если хочешь глянуть, оставлю криво-косо переведенный текст первым комментом. Суммируя написанное, можно понять, что местные алхимики фундаментально не отличаются от своих коллег из нашего средневековья. Зато лишь разница, что их философские камни очень даже получились, и теперь у нас в подземельях сколько, напомню, храмов магии? 3-4? Еще парочка в небесах, да. Более того, один из боссов тоже является алхимиком. У него прямо в имени по-фински написано «гиперхимик», сигнализируя о том, с какой скоростью ты проиграешь в его тюремных загадках. Ну, братство алхимиков. И ладно. Не может же быть, что финальная трансмутация всего мира в золото имеет хоть какое-то отношение к этому делу, правда? А теперь приготовься к по-настоящему крышесносной дичи. Если ты думал, что вот это вот все, что было до этого, это дно выпариваемого озера, а твой файл сохранения достиг таких объемов, что буквально вытекает из твоего системника, то хо-хо, ребята, видишь вот эти символы? А вот эти? Вот тут на платформе какие-то непонятные буковки. Даже вот в этих восхитительных свитках, если пытаться читать их на ходу. Так вот. Это не просто абракадабра, а полноценный рунический язык. Каждая буква может быть переведена на английский, а часть на финский язык. Почему именно финский? Так разработчик фин. Но это в переводе с финского означает ведьма, вот и ищи аналогия. А еще это дерьмо буквально переворачивает все, что мы знали дважды, градусов этак на 720. А тебя вроде как даже в общественном транспорте до сих пор укачивает.
Я сколько еще идти? Чтобы потом лишний раз не разоряться, мироустройство игры основано на былином финском эпосе Калевале, а можно и Калевале, лично мне не принципиально. Рудическая песнь повествует о начале времен и самых меметичных эпических героях. Вроде двухнедельного младенца, что величественной речью застыдил местную знаменитость, предлагающую сделать запоздавший аборт. Но нас же больше интересует первая песня, где говорится о том, что дочь воздуха зачала от воды, а затем к ней прилетела утка, отложила яйца с землей, небом, солнцем, луной и звездами. Возможно, образы из последующих, вроде морского карлика, срубившего волшебный дуб, и образы Сампо, мельницы, что исполняла желания и была построена благодаря рэкету, ради накопления приданного. В общем, почитайте, дичь очень увлекательная, как и любой на интернете эпос. А теперь, внимание, начальная заставка игры. Хотя нет, погоди еще чуть-чуть. Каменные таблички еще помнишь? Ну, те самые, которые надо перекрафчивать из свитков на наковальне. Так вот, на них были указаны подсказки для активации финских алтарей. Ответы подсмотришь на англоязычной вики или здесь же в комментах, потому что намного проще ебануться, чем найти ответ самостоятельно. Смотри, в чем прикол. Вот в эти бассейны надо залить определенные жидкости, предварительно осушив тару. Ну то есть ты понимаешь, около алтаря ты находишь свиток, бежишь к наковальне, получаешь загадку, потом носишься по миру и подбираешь подходящие под критерии жидкости, надеясь, что палата номер 6 тебе еще не светит. Потом пытаешься осушить сосуд под эту хрень, а оказывается, что все не так просто. Если ты все-таки ошибся, ну что бывает, удачи в новой игре плюс. А между тем, сам алтарь или бассейн, ну чисто случайно может разрушить, не знаю, ну скажем, что угодно. И все, не видать тебе ребусов за 360 финляндских марок. И даже если у тебя получится сделать все правильно, то по итогу тебя ждет жутко засвеченная, зашифрованная рудическая надпись, перевод которой пассивно осуществляется на финский язык. И таких надписей всего в общем числителе 8 штук, по одной на каждую загадку. Ну, 8 не 11, как могло бы, да? Ах, да, точно. Как я мог об этом забыть? По поводу разгадок, вики и комментов. Видишь ли, информация на вики разгадок не содержит, а имеющиеся в интернете карты существуют еще с предрелиза и путают алтари между собой. Но раз уж тебе интересно, тогда слушай. Как уже понятно, если ты сделал табличку из свитка номер 2, то и загадка будет относиться к тому месту, где ты этот свиток нашел. Соответственно, табличку делать не обязательно, и разгадка будет каждый раз одна и та же. Так что таскаться каждый раз не имеет большого смысла. Допускаю, что рано или поздно элемент рандома добавят еще и в карту свитков, так что запоминай по порядку или где-нибудь записывай. Табличка номер 2. Находится в ледяном убежище. Загадка, что является эссенцией жизни и смерти? Ответ – кровь. Хватит одного бутылька и одного бассейна соответственно. Табличка номер 4. Находится в песчаных пещерах. Вопрос, из чего состоит запад? Ответ – снег. Табличка номер 5. Находится в магическом храме. Вопрос, из чего состоит восток? Ответ – песок. Табличка номер 6. Грибной биом. Что-то там вроде «Займей истинное зрение, чтобы видеть во мраке невежество». Нужна кровь червя, от нее здесь торкает похлеще, чем от скисшего творога. Еще и в темноте видеть начнешь. Табличка номер 7. Первый алтарь за мостом. Истинное знание у того, кто не спешит. Требуется слизь. Сцени с грибов и не бери перк на превращение слизи в грибы, сам понимаешь. Табличка номер 8. Ад. Что-то там про пастыри и овец, в общем, слабое зелье полиморфа. Табличка номер 9. Снежные глубины. Что-то про ходить мили в чужих сапогах. Зелье хаотического полиморфа. Табличка номер 10. Песчаные глубины. Тоже не буду давать точный перевод, что-то про скользкие стороны прогресса и божественности. Здесь два ответа. Токсичные отходы и нефть. Заливаешь топливо, читаешь надпись, приходишь сюда в новой игре плюс, заливаешь радиоактивную воду. Потому что если ты просто сожжешь топливо, уже появившаяся надпись не исчезнет и ничем не заменится. Все ведь очень просто и понятно, правда? И вот теперь, когда шарики давно заехали за ролики, сделали полный оборот, переворот и вернулись обратно, теперь заставка игры под дважды переведенный текст эпоса. Keskikesän kuikka lenteli suon yllä ja laskeutui suuren puun juurelle vesilintu unikolme. Вообще озвучивание переведенного текста в сделку не входило, но так уж и быть. Гагара летнего солнцестояния пролетела над болотом и приземлилась у подножия большого дерева. Водоплавающая птица отложила 3 яйца. Первое яйцо выкатилось из гнезда и треснуло. Кровь текла из трещины 7 дней и 7 ночей. Из крови сформировалась жизнь и смерть. Яичный белок потек на запад, образуя холод и лед. Оболочка стала землей и горами.
Желток потек на восток, превратившись в жар и пламя. Природа, наконец, вылупилась из яйца. Природа определила свои законы, создала животных, луга, реки, холмы и горы. День и ночь сменились множество раз. Природа работала сама по себе. Она следила за своими творениями и оставалась ими довольна. В мире царила гармония. Вылупилось второе яйцо, и из него родилась магия. Она посмотрела на творение природы и дала им души, не только животным, но и материалам. Бремя души очищало и искривляло творение природы. Благородство золота придавало ему блеск, ленность грязи придавала ей резкий запах. Тем самым магия нарушила законы природы. Природа и магия начали спор о том, каким должен быть мир. Затем вылупилось последнее яйцо. И из него родилась технология. Технология подарила животным природы умение пользоваться машинами и приборами. И на третий день технология создал ремингтон со скользящим затвором, чтобы человек стрелял в гулей и слизни штук. Что-то понял? Вот и я. Нихуя. Наверное, стоило сделать целую серию роликов, но зачем быть продуктивным, если можно быть просто тупым? Если можно все свободное время сидеть в шахте? Оказывается, в этом мире тусуются три бога, магии, технологии и природы, а тебе теперь бегать и методично истреблять их созданий. Причем делать это надо не ради достижения цели, а ради самого пути, понимаешь? Ибо даже это дерьмо в сущности только начало. Ты вот знаешь, что каждая надпись в храмах и на октаэдрах имеет перевод? Да конечно знаешь, я же сказал это меньше, чем 10 минут назад. В основном это мутные предупреждения о божественной каре или указания, что твое место у ямы со слизью, но тем не менее. А еще как насчет такого? В этом восхитительном мире спрятано минимум 12 секретных посланий. Почему минимум? Потому что 12 это те, которые удалось найти, озорной ты мой. Те сумасшедшие люди, которые нашли их изначально, предполагали определенный порядок чтения, ознаменованный не самой здоровой логикой, но безумцев можно понять. А мне лично этот порядок не очень нравится, поэтому пойдем сверху вниз от входа в пещеры и до самого дна преисподней. Координаты опять же на экране и в комментах, но будь осторожен, если балуешься с телепортацией. Абсолютно везде ты появишься в текстуре. А в последнем случае еще и на дне одного из лишнего жаркого спа-курорта. Первая надпись тебе понравится, находится прямо на спавне. Под вершиной горы, если быть точным. Правда, если не выкручивать контрастность, а погода нарулит тебе ночь, то увидеть ее будет невозможно, даже снеся всю гору под основанием. Но она здесь есть, прям как тот суслик, бобер или любая другая лесная живность, которую ты пока не видишь. Вот она. Перевод сам понимаешь, с ангельского, примерный и через правки Google Translate. Но пойди поищи, что получше. Посвященный искатель истинной мудрости, знай, мы наблюдаем за тобой. Дальше мы направляемся к лавовому озеру и от него топаем к храму. Встав на самый уголок, пропиливаемся вниз, пока не обнаружим искомого. Почему? Зачем ты заглянул сюда? Какие ответы ты пытаешься найти здесь? Наверное, стоило сделать менее упоротый голос, но какая разница в сущности. Теперь идем к тому самому шарику-свитку под озером. И пилим отсюда вниз, пока нужное не найдется. Тут, кстати, обнаружится клевенькая гоночная трасса для самых маленьких. Можно крутить круги и, возможно, даже что-то за это получить, я не проверял. Ах да, надпись все-таки чуть ниже, и вот ее текст. Мы знаем, что вам нужно, но оно не здесь, знающий. Теперь же, окончательно падая вниз, пробегаем ледяную пустошь насквозь, проходим в магический храм и находим злополучный алтарь. Можно не стесняться и пилить его прямо со средины. На выходе получим следующее. Почему ты делаешь это? Зачем ты читаешь это? Что, как ты думаешь, можно здесь найти? Ключ ко всем секретам? Теперь топаешь в джунгли, пробираешься в правый верхний угол и начинаешь высверливать проход вдоль храмового потолка в горную породу. Рано или поздно она найдется, главное верить и надеяться. Почему ты должен уничтожать все, до чего сможешь дотянуться? Почему? Ради славы? Ради твоего драгоценного бога богов? Оно действительно того стоит? Стоит ли? Отсюда падаешь на дно тропического леса и летишь в противоположный угол, где с невероятным цинизмом выжигаешь в горе смотровое окошко. Можно изрядно сократить путь до следующей точки, если окошко будет занимать хотя бы вот такой объем. Чему ты поклоняешься? Ты даже не знаешь. Ты думаешь, что знаешь ответ, но это не так. Ты думаешь, что будешь удовлетворен сокровищами, но этого не случится. Ты даже не знаешь, что ты ищешь. Думаешь, что знаешь, но не знаешь. Дальше будет только хуже, поэтому падаем на уровень вниз, высверливаем в храмовых кирпичах небольшой лаз примерно до потолка следующего уровня и забираем максимально влево, на этот раз в горную породу. А в процессе пытаемся не загнуться от экзистенциального ужаса или чего-то в этом роде.
Ты отдал свое право выбора истинному Богу. Почему бы еще ты был здесь? Почему еще ты смог бы читать это? Мы нуждаемся в том, чтобы ты был здесь. Мы хотим, чтобы ты прочитал это. Ты думаешь, у тебя есть возможность выбирать? Мы заставили тебя прийти сюда. Мы заставили тебя прочитать это. Почти подходим к самому интересному. Восьмой пункт располагается над комнатой с финальным боссом, откуда нужно слить всю лаву. И не обращай внимания на туннель сверху, у тебя его скорее всего не будет. Иногда ты останавливаешься в полушаге от цели, а затем идешь в обход. Кому ты поклоняешься? Кто твой бог? Кто твой настоящий бог? Ты не знаешь даже этого. Даже этого не понимаешь. Ты понимаешь так мало. Нам жаль тебя. Бедное мелочное создание. Ты прошел так далеко, еще дальше тебе придется зайти. Или, может быть, ты понимаешь больше, чем мы думаем. Ты читаешь это? Ты хоть знаешь, кто твой настоящий бог? Бог богов, единственный истинный бог. Ты думаешь, что мы ложный бог, но мы создали вашего бога и вашего бога богов. Кто теперь настоящий бог? Если мы создали твоего бога и твоего бога богов, и тебя, и твою свободу выбора, и этот мир, и все миры миров, и каждый из них, мы позволили вам иметь свободу. Думать, что у вас есть свобода воли, несчастные мелкие создания, но ее нет. Ты думаешь, мы монстры, но это не так. Кто из нас настоящий монстр? Твой бог, ваш бог богов, настоящий монстр, ваш истинный бог, настоящее чудовище. Следующая находится прямо в лавовом озере. И это внезапно не шутка. Сливом всего этого добра в ад заняться все-таки придется. С этим вам помогут вездесущие черные дыры, либо как повезет. Ты пришел сюда в поисках ответов. Думаешь, у нас есть ответы на все вопросы, но их у нас нет. Вы думаете, что мы такие разные, но мы такие же, как и вы. Мы оба служим одному и тому же Богу. Бог многих богов. Бог, которого мы создали. Ты думаешь, что уничтожаешь нас. Это не так. Ты помогаешь нам. Теперь нужно закопаться в породу под лавовым морем под правой частью комнаты с финальным боссом. Это сложно, так как нормального ориентира практически нет, но у вас всегда есть координаты. Думаешь, ты сможешь нас уничтожить, но ты не уничтожишь нас. Мы дали тебе свободу воли, мы создали это место. И не только конкретно это место, все места, все измерения, всю свободу выбора. Ты думаешь, ты пришел красть у нас? Нет, это мы украли у тебя. Мы украли твое время, твои деньги и твое здравомыслие. Строчка про украденное здравомыслие поразила меня прямо в кокорот. Затем вернулась и в той же пилой начала сумбурно пилить вот вообще всю материю вокруг. Хорошо, что сработал перк божественной защиты. Дальше нам нужен октаэдр с силой воды, которая на деле превращает окружающий пейзаж в лаву, так что само благословение нам особо не нужно. Зато пригодится то, что находится под ним, на глубине примерно не поддающейся исчислению. Но благодаря приятной гамме ты сразу увидишь искомое. Это очень умно с вашей стороны. Очень умно. Мы впечатлены вами, знающий Lover to be. Последнее сообщение находится на самом дне лавового тоннеля в никуда. Здесь опять же можно поступать по-умному, набрать всяких там преобразований лавы в кровь и планомерно пилить образующийся в процессе обсидиан. А можно и по-тупому, ведь еще здесь есть модификатор, который попросту взрывает любую жидкость. Впрочем, при всех прелестях проекта по осушению ада, для него понадобится минимум устойчивость к огню, взрывам и опционально способность воспламенять газом. Иначе сам либо воспламенишься, либо задохнешься. Лаву обратно так и быть можешь не заливать. Лично я со всеми этими взрывами быстрее добился тошноты и мерцания в глазах. И надпись так и не нашел, но уверен, что у тебя все получится, жду координат уже от тебя самого. Пока мы впечатлены, мы должны спросить, действительно ли стоит это все расшифровывать? Ты действительно ждешь, пока мы раскроем реальный секрет? Мы можем сказать тебе его, это возможно, но даже мы не можем знать, как. Правда потрясающе. Хотя бы тем, что вообще-то, хотя английская Вики и предписывает это к номер 2B обращением к модельке игрока, но надпись ориентирована не под модельку нашей низкодетализированной ведьмочки, а под самого игрока.
Как, в общем-то, и смысл, ломящийся через четвертую стену. В основном, как можно понять, высшие силы искренне искренне недоумевают от наших выборов маршрутов и беспокоятся о необходимости найма очередной бригады строителей. Лор? Какой лор? Ну, здесь есть высшие силы, и хоть где-то тебя назовут умненьким за тупое монотонное долбление Монрока. Но давай все-таки перейдем к еще более задротскому дерьму и истинному финалу, раскрывающему вот прямо вообще все. Как ты помнишь, если убить главного босса, то мир превращается в золото. Почему так? А потому что финал и сила этого босса зависят от количества разграбленных алтарей. И если собрать все 11 шаров знания, это те штуки, которые валяются рядом со свитками, пробуриться в параллельный мир и собрать их там же, пробуриться в параллельный мир с другой стороны и собрать их там еще раз, не забудь только запастись амброзией и молитвами, когда будешь надкусывать проклятую сферку, ядовитый урон с нее помилуй бог, и еще и длится 30 секунд. В конечном итоге добиваешь общую сумму орбов до 34 и только потом топаешь к главному боссу. Просто к справке, именно этот магический глаз рычит каждый раз, когда ты подбираешь орб знаний. Если немного смухлевать, то можно получить весьма приинтересный эффект сдавленно порыкивающего чудика. А после 34-го орба у тебя еще и задники поменяются, а зрение начнет хватать, чтобы видеть всякую лавкрафтовщину в местном Ярнаме. И если ты все-таки решился на этот путь, то запоминай. Во-первых, никогда не стреляй со своей копательной гигапушки по клону того мини-босса с первого алтаря. Если он 19 раз скопирует обычную черную дыру, то это еще куда ни шло. Просто когда троглодит доберется до омега-версии, то игра крашнется, снесет твои сохранения в облаке, напишет заявление в баг-репорт и полицию. Тем самым запоров тебе 16 часов увеселительных побегушек по подземельям. Во-вторых, главный босс, вероятно, тоже даст тебе по сусалам, так как его здоровье и урон скалируются от количества съеденных орбов. Формулу ты видишь прямо сейчас на экране. И скажу прямо, двойка в 34 степени это прямо скажем дохуя, даже без последующих перемножений. Итоговая цифра достигает значений твоей зарплаты во времена дефолта, касаясь планки в тройку сотен миллиардов. При условии, что моя любимая стратегия заключается в бросании во врага зеленых свитков, которых наносят примерно 200 урона за попадание. Свитков понадобится много, да. Впрочем, если у тебя получилось собрать все для этого боя, то, наверное, ты знаешь, что делаешь и можешь придерживаться какой-то тактики. Какой именно? Стреляй в эту штуку, пока она не умрет, конечно же. Если конкретнее, то намешай ядовитый след с кровавым туманом, выкрути криты, накинь модификаторов на урон, ну ты знаешь все эти хитрости даже лучше меня самого, вперед. Можешь даже раскочегарить свою дисковую пилу максимального уровня, правда, она все равно не очень поможет. Главное, не переборщи с количеством снарядов, а то в определенный момент игра может попросту не выдержать. Самого по себе падения кадров можно и не бояться, на поздних стадиях это нормально. Тут, как говорится, если хочешь сломать ребенку жизнь, скажи, что 60 FPS хватит каждой женщине или мужчине. Остальное несовершенство мира он увидит сам. Кстати, вот эта штука, активирующая босса, тоже упоминается в Калевале. И я на ней даже акцентировал внимание. В игре она называется по-разному, в зависимости от числа армов, но общее название типа амулетов прописано в файлах игры. Сампон. Прям как те два счастливых часа, что ожидают твою роту после обеденного перерыва в будний день. В финском эпосе так называли таинственный предмет, что дарует богатство и счастье. Гребаную мельницу, которую построили, как обычно, ради подката к женщине. Будто бы в эпосах бывает как-то иначе. И да, предупрежу сразу, мельницу надо сдавать не в открывающемся портале. Вообще не трогай его, он всегда ведет к плохой концовке. Подбирай сампо и топай на поверхность, к тому самому алтарю, который обменивает наши лорные свитки на сотню золотых монет. А там уже финал будет зависеть от числа собранных орбов. До 4 опять превращение всего в золото. От 5 до 10 уходишь в новую игру плюс. 11 и все как в первый раз, но при этом ты сам выживаешь в золотом мире без всяких перков. От 12 до 32 новая игра плюс, но с поправкой. В каждом следующем мире орбов для новой игры будет требоваться все больше. А то есть, если изначально ты собрал 12, то в следующем мире уже потребуется 13. И если не соблюсти это условие, то вместо новой игры опять настанет убивающий золотой мир. И только на 33 и 34 получится преисполниться аж на лучшую концовку. Без шуток, это все действительно так и задумывалось. Разработчики даже установили памятник первому безумцу с твича, который решился пройти в НГ-28+, собрав гребаных 552 орба по всем параллельным мирам суммарно за все свое прохождение. Там в итоге получилось всего-то около 141 квинтиллиона здоровья у главного босса. Квинтиллион это, если что, 18 нулей. Ищите по запросу бабалам.
Так каков итог и в каком кармане прячется мораль, спросишь ты? Я ведь должен был рассказывать сюжет, а не пересказывать геймплей. Ну, во-первых, мы пришли к выводу, что чем бы ты в жизни ни занимался, могу почти с уверенностью сказать, что ты абсолютно нормальный человек. Поздравляю. Во-вторых, да, должен был. Но геймплей неразрывно связан с сюжетом. Даже это непрерывное задрачивание и 20-часовые марафоны на полное прохождение игры тоже вписываются в геймплей. Как писал один алхимик в первом комменте, вы, мудаки, воспринимаете поиск магистериума и трансмутацию металлов как развлечение. А те, кто считает наше искусство просто развлечением, так и не достигнут ничего, кроме разочарования. Алхимик либо знает абсолютно все, собрав каждую сферу познания, и выходит на лучшую концовку, либо не знает ничего и недовольно урчит. И только юродивый, в смысле самый упорный, достигнет самого конца, просветлится, как гигаваттный фонарик, залезет по колено в нирвану, а пятки останутся торчать снаружи. Ты можешь сказать, что пора завязывать писать сценарий в половину первого ночи, а я отвечу, что да. А еще можно сказать, что мы идем по пути этого самого алхимика, вкалывая как Папа Карл ради гребаного ничего и короны в новой игре плюс. А также позитивного сведения дорожек в 40-минутном ролике. Я надеюсь, что только в 40-минутном ролике. Ведь где-то там сокрыта истина и вечная жизнь. А вообще у меня еще остались небольшие кусочки очередного переворота стола с ног на голову. Как ты помнишь, местные боги зародились из яиц. Три бога, если быть точным. Вот только в протообразе в Калевале яиц было 7. И как насчет того, если я скажу тебе, что в игровом мире можно найти еще минимум 2. И одно из них мы походя пробурили даже за время этого пересказа, пока купались в лаве. Прихватив оттуда заклинание с очень воодушевляющим названием. Посмотрел бы ты, как туда нужно было пробираться по пути к задуманному разработчикам, мозг бы завернулся еще на 4 узла. Второе яйцо просто лежит в джунглях и ничем кроме размеров не выделяется. Нет, ладно, еще живущим внутри боссом-драконом. Но плазменный резак как-то случайно оказался сильнее новорожденного божества судаков. Ну разве не замечательная в своей жестокости возможность? Еще здесь можно при помощи алхимии сделать солнце, сделать черную дыру, съесть луну, поглотить луну, заставить солнце поглотить луну, стать богом, бахнуть полиморфа и умереть, будучи овцой. Бе-бе-бе в очередной раз. Но об этом давайте в следующей серии, которая будет когда? Судя по всему, никогда. Ты эту повесть досмотрел с трудом, судя по проценту удержания аудитории. А мне еще дорого мое ментальное здоровье. Так что вот тебе таблет, поешь конфет, омлет, балет, сладкий рулет. Сыр. Покеда. «11 в сакральном, эзотерическом смысле является числом, символизирующим понятие очищения, знак жизни и смерти, открывающий путь в высшие сферы бытия. Это число веры, мученичества, откровений. Число 33 в нумерологии означает силу и совершенство. 33 – это 3 раза по 11, а 3 олицетворяет трехчастную природу мира, как небо, земли и воды». Это человек, тело, душа и дух, рождение, жизнь и смерть. Это начало, середина и конец, прошлое и настоящее и будущее. Ехал головой, пока придумывал текст, еду головой, пока записывал материал, еду головой, пока записываю звук. Когда буду выкладывать, наверное, в конец, ебанусь и... все. Эй-яй-яй. Уже. Грустно. Грустно.